Всем привет, друзья! Мы находимся на озере Старый Острог, точка 0850, находится в квадрате А4, и мы сейчас будем участвовать в турнире. Значит, а что мы будем ловить? Значит, прикорм у нас будет крафтовый, молотая перловка, рубленый червь, мотыль, кастрюль, вареное пшено, чеснок. Можете пробовать свое или стандарт. Тесто творожное, поводок 6,4 килограмма. Решил проверить эту точку, посмотреть, как тут все дела. Ну и показать. Поэтому оставайтесь со мной. Полночь включусь, под утро включусь. И в конце самом тоже включусь. Значит, друзья, у нас первая поклевка. Давайте посмотрим, что здесь. Итак. Это зачетный лещ. Забыл сказать, что здесь клипса 15 метров. У нас в турнире тут 10 человек. Поэтому продолжаю. Ну что, друзья, все, конец турнира. Сейчас посмотрим результаты. Могу сказать, что точка работает. Насколько сильно, сейчас посмотрим уже в магазине. Так, все. Значит, друзья, заняла третье место, выловил 50 килограмм. Можно тоже сфоткать. Первое место 70, почти на втором. Опять мне не получилось. Ну ладно, сейчас достанем последний и пойдем уже. Кстати, написала человек, который был на первом месте. Писал он: привет, ты всегда так много ловишь, тебе повезло сейчас. Он пишет: всегда. Так бы поймал 8 килограмм, сейчас на пару сделал. Надо будет с ним пообщаться, узнать, как он так много ловит. Правильно? А тут что-то это. О, крупненький тоже сел. Надо будет с ним пообщаться, узнать, что он делает, что он так много ловит. Да? Иди сюда. Последний достаем. Друзья, телепортируемся на базу и включаемся в магазин. Так, ну что, вот мы в магазине, посмотрим наш садок. Ну, смотри, чисто леща. Значит, сортируем по массе. Значит, есть много мелких. Сколько тут? 10 штук. Смотрим, какой улов. Самый крупный был 2700. Сколько получается? 10, 20. 23, 24 зачетных. Что у нас по... Так, пешка. Куплю. Посмотрим, что у нас по рынку будет. Так, рыба, лещ. Выбрать. 217 монет, друзья. За полчаса. Я думаю, вполне... Вполне достойный результат. Да? 217 монет. Так что 0,850 вполне годно. Творожка, стандартный прикорм можно использовать. Ну, я использовал кастеровый. Просто потому, что могу. Заглянем в кафешке. О. А, у меня только один такой. О. Могло бы повезти и сдать три больших или трофейный. А леща сейчас заказы есть. Поэтому, друзья, пробуйте. Я думаю, точка вполне годная. Всем пока. Подписывайтесь. До новых встреч.